Во дворце спорта «Триумф» прошел шахматный турнир памяти Олега Зильберта. Он был легендарным шахматистом Люберец. В свои 80 лет стал чемпионом мира по рапиду и блицу среди ветеранов. Более 100 шахматистов из Москвы, Подмосковья, а также Тверской, Курской, Владимирской и Рязанской областей приехали в Люберцы на турнир памяти Олега Зильберта. Среди участников три гроссмейстера. Это высшее звание, которого может добиться шахматист в своей карьере. Один из них – житель Малаховки Сергей Архипов. На каждый ход я примерно знаю, что буду делать, годов до 15-20. Можно за год научиться, в общем-то, достаточно уверенно держать позицию и выигрывать у сильных шахматистов. Турнир имени Олега Зильберта прошел впервые. Идея его создания принадлежит вдове шахматиста. Это его приверженность, это его любовь к этим шахматам. Мы хотели отметить это, отметить и почтить память его. Я очень рада, что столько людей пришло. Я очень благодарна за то, что они показали уважение коллегу. Участники играли в блиц по 5 минут с добавлением каждому ходу по 3 секунды. Всего прошло 11 туров. Для победителя турнира подготовили денежный приз и кубок, а для призеров – медали и грамоты. Нам бы очень хотелось сказать, что как бы он только наш люберецкий шахматист, но на самом деле это вообще шахматист мирового уровня. Да? Будучи молодым человеком, он, может быть, не добился таких больших успехов, но когда уже был возрастным шахматистом, то есть, как мы говорим, сеньором, да, он поездил на чемпионаты мира среди ветеранов, да, и он добивался там вообще значительных успехов. Результаты участников отправят в Федерацию шахмат России и внесут в их личные зачеты. Турнир имени Олега Зильберта теперь планируют проводить ежегодно. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.